привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 сентября, только что вам показывала сорт лимончики. Он такой небольшой, 200-граммовый, желтый. Сейчас покажу совсем другой томат. Томат советский, он у меня под номером 177. Я уже говорила, вот она, Надюшка наша, выросла какая. Я уже говорила, что почти все томаты я уже убрала с открытого грунта, потому что у нас и ночью холодно, тут и дожди были, и росы, и все на свете. Но вот некоторые томаты еще у меня остались. И вот у меня висит, дозревают томат советский. Зреет он, сопротивляясь холодным ночным температурам, холодным ночным росам, борется со всем этим. Очень хорошо он дозревает. Вот этот томат, это именно тот томат, который, как мы говорим, что как в нашем детстве. Вот как раньше у бабушки, как мы вспоминаем. Вот именно поэтому он назван советский, потому что это именно тот томат, который крупный, который еле в руку входит, который зернистый на разломе. Конечно, он сладкий, конечно, он вкусный. И я вот эти томаты, чтобы всю прелесть вот этого вкуса ощутить, оставляю до самого-самого конца на кустах. Он крупный, до 500 грамм. Конечно, он высокий, он с меня ростом 1,70 м вырастает, 1,80 м. Конечно, его надо посынковать, конечно, подвязывать. Это вот такой классический наш советский русский томат с тех еще советских времен. И его я порекомендую тем, кто любит крупные томаты. Очень хорошее достоинство этого томата, это то, что несмотря вот на этот огромный вес, когда он еле входит в мою ладонь, вот видите, какой он, грамм 600, наверное, и он все-таки умудряется у нас, даже в сибирском регионе, вызреть на кустах. Конечно, это очень хорошее свойство. Это вот та грядка, видите, темная ткань, которую, может быть, вспомнят те, кто с весны смотрит мои видеоролики. Та грядка, которую я высадила без всякого укрытия, без дополнительных, даже пленками не накрывала. Было здесь холодно, они были тут чахлые, такие заморыши. Но все равно они все эти холода весенние пережили. Потом они, ну как, обыгались, пришли в себя. И вот такие вот плоды дал мне здесь сорт советский. Рекомендую любителям крупных томатов. Это вот классический наш старинный такой томат. Большой, вкусный, именно салатовый. Ну, конечно, можно делать с него все. У меня, напомню еще раз, номер 177. Рекомендую всем любителям крупноплодных томатов. Загляденье.